Поздравляю с дебютом. В непростых погодных условиях прошел сегодняшний поединок. Как ощущения? Хорошее. Во втором тайме дождь закончился, и для футбола, я думаю, идеальная погода была. Так что ощущения прекрасные. Как тебе игралось, учитывая, что ты всего второй день в команде? Я неплохо себя чувствую. В принципе, игралось хорошо. Помогало наличие Глушенкова на поле в этот момент? Сегодня, к сожалению, нет, но я думаю, в будущем, да. Рядом, я имею в виду, что он где-то там незримо находился. Да, ну, не знаю. Ну, чувствовалось, что... Я его понимаю, я знаю, что он может, и с ним мне, конечно, комфортно играть. Как в целом оценишь сегодняшнюю игру нашей команды? Да я даже не знаю, такие игры не надо оценивать. Тут главное физически бы набирать кондиции и готовиться к сезону. Ну и про Волгарию скажи, как понравилась команда тебе? Она претендовала, в принципе, на повышение в классе. Ну сейчас сложно что-то говорить, но в принципе временами команда неплохо выглядела. И... Нормальная команда, нормально. Замерз? Вначале, да, было очень холодно. Сейчас хорошо. Ну и как свою игру оценишь сегодняшнюю? Не в оценках, просто все ли всем ли доволен или не всем? Ну, конечно, можно было побольше получить мяч, но сегодня не получилось. Будем работать и набирать форму. Все впереди.